Одесса, Аркадия, 25 февраля 2024 год. Выходной день, воскресенье. В Аркадии немного гуляют люди. Не сильно много, конечно, но тем не менее гуляют. У нас тревога была. Кто предыдущее видео мои смотрел, это благо то, что ничего не долетело. Сперва писали, что ракета. Дважды писали, что пуски ракеты на Одессу. Но потом куда-то эти ракеты исчезали. То ли они не долетают, то ли их сбивают. То ли это что, какие-то фальш-цели, я не знаю, с чем это связано. Но хочу вам сказать, было максимально стрёмно. Когда ты находишься возле моря, прям вот. И на Одессу в основном же ракеты залетают с моря. То есть ты прекрасно понимаешь, что она может лететь сейчас где-то рядом. Это немножечко страшновато, хочу вам сказать. Хорошо, что хоть ничего не летело. Потому что как-то где ты возле моря спрячешься? Там же нету бомбоубежищ, нету паркингов, нету никаких зданий. Просто пляж, море и все. И небо. Ладно, такая вот Аркадия сегодня. Подписывайтесь на канал. До встречи, пока.